Леха, скажи мне, пожалуйста, что тут у нас вообще происходит? Здесь происходит открытие сезона, который организовал нам Боря Козлов. Боря Козлов – человек, который уже внес много в историю мотодвижения нашей страны. История такая хитрая. Здесь очень хорошо, будет просто взрыв всего. Посмотрите, пожалуйста, сюда, на сцену, с кем я еще не успел поздороваться. Меня зовут Антоха Че, байкер-подонок, поэт-романтик. Я сегодня ведущий этого мероприятия, проспорил Борю. Да, вот поэтому я ведущий. Карту выиграл. У нас на сцене группа «Пандора», которая просто ласкает наш слух такими замечательными песнями. В зале у нас столько красивых девушек, которые ласкают наш взгляд и наши глаза. У нас полный бар храбрости. Набирайтесь храбрости, потому что совсем скоро начнутся конкурсы. У нас очень насыщенная программа. И все это посвящено тому, что сегодня мы открываем сезон. Так решил Боря Козлов. Я гениален, я талантлив, я просто в общении. Мне все это легко дается. Сергей Мартынюк, солист группы «Пандора». Как вам впечатление о зале? Вы открывали первые этого мероприятия? Мы в этом зале играем первый раз. Зал отличный, звук отличный, публика отличная. Замечательно. Что бы вы пожелали байкерам в новом мотосезоне? Поменьше аварий. Да. Спасибо. А вы сами пишете свою музыку или каверы? На данный момент мы играем кавер-версии, но наш материал вот-вот выйдет.
А тогда кавер-группа обычная. Когда ожидать, если не секрет? Ближе, наверное, к ноябрю. Да. Тогда ждем от группы «Пандора» ближе к ноябрю новую музыку. Мотоциклы не ломались, и чтобы все было хорошо, и чтобы девки там с сиськами рядом были, все было клево. Я не могу говорить, женщина голая ходит. Я занят какой-то ерундой. Нет, я не тороплюсь, я уже старенький, я успею покататься. Thank you.
волна. Оторвусь на отдыхе с полдня. Группа Плаксы, мы на Козлопате. Ребята, как вам публика? Отлично, публика принимала как надо. Байкеры, они есть байкеры. Да, да, отлично, очень, очень. Вы уже открыли мотосезон? Нет. Что, мы психи, что ли, совсем? Там Новый год на дворе, сугробы, в снежки можно играть. Ребят, что бы вы пожелали байкерам в новом мотосезоне? Ну, это от меня как. Соответственно, дорог ровных, всяких фуражек с погонами поменьше. И чтобы все было хорошо. Бензин не кончался, кони, чтобы были целые. Все были здоровы. Ну, а вам от меня вдохновение на новый альбом. Спасибо. 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 У нас будет веселый конкурс. Только что состоялось открытие мотосезона 2015. Я назначил ведущего, потому что бой в карту проиграет. Вот, поэтому пожизненно теперь я ведущий всех мероприятий. Хорошо, у нас есть 5 очаровательных девушек. Давайте им поаплодируем, друзья. Поаплодируем этой красоте и смелости. Кто всему залу, как-то распределитесь, вы распределитесь. А то у вас какой-то вип-партер. Все, все сходится. И нам надо, ну как, наверное, этот бриллиант какую-то оправу красиво заделать. Давайте двух парней еще. Есть смелые. Два парня. Аж три, нет. Семена. Конкурс называется «Метро». Да, вот мы живем в Москве, такие чопорные москвичи все забудут, чтобы все обязательно получилось. Вау. Да, веселый конкурс. Нет, мужикам не надо раздвигать ноги. Братцы, мужикам ноги раздвигать не надо. Это имя «Метро». Ты у нас какая будешь? Зеленая ветка «Метро». Ты на красный? Будешь красный, да? Какой ветка «Метро» будешь ты? Желтый. Да, и мастер, да? Катя, а ты у нас кольцевая, ты у нас будешь кольцевая. А ты какая ваша? Какой хочешь ты? Отлично. Никто не любит метро, мы все иногда там ездим. Парни, снимайте левый ботинок. Снимаю левый ботинок, Серега, снимай левый ботинок. На самом деле я просто тупо тянул время. Так, вот смотрите, у нас есть локомотив, да, там первый такой вагон. Серега, я тебе объясню. Вот тебе нужно вот так вот пройти по всем веткам. Да, вот под ними. Это же туннели. Подождите, еще не было команды. Так, ну что, на старт, внимание, марш. И вы у нас устремитесь в эти туннели. Вот эти веток. Да, это машинисты, его нельзя пролезть. Иначе дисквалификация, потерять машиниста нельзя. Опа, у нас неуправляемый поезд. Короче, у нас вне конкурсной программы чисто шоу все будет. У тебя увеличиваются шансы на победу. Ну что, давайте все вместе посчитаем до трех. Раз, два, три. Помчались, Серый помчался. Короче. Это какой-то товарный поезд заехал в метро, мне кажется, да? Поэтому у него не получилось. Отлично, у нас есть победитель. Выступил пар дорожный капитан, который говорит, модулёво.
Дружище, поздравляем. Ты не только по земле ездишь, как выяснилось, но и в метро не растеряешься, если нужно будет. Давай тебя аплодируем нашим девушкам. Не, на вопросы надо ответить или... Как вам Козлопати? Отлично, как всегда. С каждым годом все лучше и лучше. Вы часто бываете, я так понимаю? Я так понимаю, что каждый раз. Круто! Ну, с 2000 там какого года, не помню, честно уже, но вот как начало, как началась эта зависимость. Что, вы уже открыли мотосезон? Нет, я вообще боюсь холода, поэтому пару недель еще подожду. Это правильно. Что бы вы пожелали вот в преддвериях открытия официального такого? Кому? Мотоциклистам? Ездить аккуратнее, здоровье, естественно, потому что как бы вот в этой сфере здоровье штука такая нужная. Вот. Никаких травм, падений, поломанных мотоциклов и всегда ровных дорог. Я вам желаю того же и хорошей погоды. Спасибо. И хороших путешествий. Спасибо. Пришли, вот, Леша. Да, да, да. Вот Леша, да. Леша, 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 ты палишься, Леша. Леша, ты палишься. Леша, не палишься. Черт побери. Мы встретились снова, и у нас впереди мотосезон, путешествия. Это радость, сказка, общение. Опять же, и... Да черт побери, это сказка. Мотосезон открыт. Ура! Это начало. Когда планируете открывать? Я думаю, что как сложится погода, это, скорее всего, середина апреля. А в начале мая, это первое число, я с любимой женщиной выезжаю на юга. Уйдет на майский праздник, где я надеюсь на 15. Ну, надеюсь, у вас получится отличный отдых. Да, конечно, у нас получится отличный отдых, потому что мы едем кататься на мотоцикле. Это самое лучшее, что может быть. Итак, группа Tomcat с вами. Круто, круто! Какое у вас впечатление от нашего выступления? Мне очень понравилось. Вы такие задорные ребята. Я взорвался ввысь до подоблака. Да некому кричать. Где моя печаль? Где моя тоска? Если бы я знал, я пешком дошел до конца земли. Только там, где ты, мне легко дышать. Только там, где ты, я там со мной байкер-подонок Антоха Че, который был ведущий сегодня. И твои впечатления о Козлопати? Хорошие. Впечатления довольно замечательные. Впечатлений много, и они еще пока не сформулированы, не отредактированы. Просто, можно сказать, собран материал. Вот, и я не могу как бы сейчас... Напомню, не могу. Молодец, устраивает хорошую вечеринку. Вы уже открыли мотосезон? Да. Что бы вы пожелали себе и остальным ребятам в новом мотосезоне? А чтобы колеса были все внизу. И хорошие дороги. Спасибо вам. Я вам желаю хороших путешествий и ровных дорог. Спасибо. Спасибо. Ты меня найдешь на своей земле. We
мы же не первый раз перед ними вышли и сыграли. Мы и на улице для них играем «Козлопати». И от прошлой открытия играли. Очень много знакомых лиц. Практически тусовка не меняется. Добавляются красивые женщины. А мужчины только страшнее становятся. Вот. Нам очень нравится. Очень нравится атмосфера, очень нравится публика, для которой играем. Очень нравится делать новые вещи для них и смотреть, как на этой публике эти вещи развиваются. Если они осуждают и не пляшут, то мы эту вещь больше не играем. Вы уже готовитесь выпустить новый альбом? У нас уже готов новый альбом. Мы его уже записали, осталось только технические всякие манипуляции, сведения, мастеринг. И отдадим в печать, все, и я надеюсь, вы приедете к нам на презентацию альбома. Обязательно приедем, если пригласите, когда она будет? Давайте мы не будем загадывать, а вот будет «Козлопати» летом, если вы приедете на него, мы точно там презентуем этот альбом, потому что для людей, которые приедут на «Козлопати», это будет как бы как презентация. Поэтому, можно сказать, это будет официальная презентация на «Козлопати». Это будет open air, мы будем играть песни с этого альбома, будем новые разные кавера играть. Если вы слушали наше выступление, вы заметили, что мы не играем не только песни авторские, собственно, сочинения, а еще и песни зарубежных исполнителей. Они нам не разрешают это делать, но мы не можем удержаться, потому что это очень нравится публике. А мы играем, естественно, для публики. Да? Да, вы даже... Кот, который бухал с колдырями. Со всеми подряд. Со всеми подряд бухал. И вообще молодец. И всех защищал сегодня. Как тебе пати? Какое? Сегодняшнее. Начальник козел. Это я одно могу сказать. Шеф козел, это все сказано. В общем, как всегда, все охуенно, позитивно. Народ пьет, тащится. Много женщин, сисек, там, ну, всякой хуеты, короче. Ну, как всегда все, блядь. Творить бардак мы тут проездом. Ну, блядь. Как-то так. Ты как вообще? Сезон открыл уже? Хуй. Пить еще не бросил после зимы, поэтому никак. Подождите немножко. В мае. Когда? В мае, да? Май. Ну, погода на улице-то абсолютно летная, охуенная. Я завидую тем ребятам, которые приехали сюда поблизости, которые живут. На мотоциклах, конечно, да? Но все здорово. И кратенькое пожеланице всем мотоциклистам. Ага, всем. Всем. Всем, прям всем. Бля, прям. Парни, берегите себя. Берегите печень. Все. Предупреждайте, если начнете пить, надо и говорить. Печень. Говорите, печень, блядь, будь здорово. Все. Красотки, фотомодели, хипушки, банки, гопки, трусы наружу и юбочки короткие. Она весела, а у другой колготки сюда на мокрый. И с другой по зеленке, а вот под пальмой две розовые тетки друг другу лижу. А в руке пилотки, столько красоток вокруг. А ты бы я в голове подправлял тебя друг. Найдет ты брак, да ты не друг. И отправляйся, красотки, и выписки в руки. Я свою дочь, а рука ты на мне, не буду плачь, я парень, а мне не лица, смешно.
Вот самолетик в небе летит, вниз девчонка в небо глядит. Самолет колбасит давно, пассажиры смотрят в окно. Пассажиры курят и пьют, и веселые песни поют. Люди сахнут лоли стихниц, пассажиры пиццают вниз. Замечательный солист группы «Бахыт Компот» Вадим Юрьевич. Да, это я. Как вам зал, как публика, как вообще Козлопати? Не, ну Козлопати — это не первый раз в нашей жизни. Вот, и даже не второй, но концерт второй раз, да. Первый раз у нас было на открытом воздухе. Все понравилось, кроме погоды. Вот сегодня, слава богу, у нас там картонное звездное небо над головой, и ничто не каплет. И сегодня, конечно, был просто отличный вечер. То есть публика принимала на ура? Да, да, ну, конечно, публика, наша публика, по сердцу публика адекватная. Можно считать, что открытие мотосезона состоялось? И... Я думаю, что мотосезон будет в этом году один из лучших. Один из лучших. И что бы вы пожелали нашим мотобратьям? Я бы пожелал им хорошенько бодаться на дорогах, потому что жизнь, сами знаете, какая такая бодливая. Вот. Ну, если уже назвал себя козлом, то будь добр, бодайся. Но на самом деле, ребята, вы отличные, вы лучшие, вы любимые. Спасибо вам. Мы вас всех любим, и, ребята, давайте быть классными на дорогах и не баловаться. Правильно. Я как снег, день, я впервые понял, что
женщина, человек, кладбищенская тупнина, и трое крутых парней, и крошка по имени, как весело было с ней. А бодрые коленки в дешевой попали рот, клубника, лига, Виктория, там не все живет. Для себя открыть дальнобой – это доехать до Крыма очень желательно, вот. А объездить наш юг, то есть это и Крым, и Краснодарский край, такие планы. И, естественно, как бы постараться по максимуму, вот, проехать на далекие расстояния. Олечка, я тебе желаю, чтобы у тебя были ровные дороги, чтобы тебе не попадались мотобаты, чтобы у тебя были замечательные попутчики и хорошая погода тебе, и всего тебе хорошего. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Алина Белоход, и вечеринка продолжается. Всем хорошего мотосезона, ярких впечатлений и всего крутого. Пока-пока!